Привет-привет, ты на канале AAA, с тобой Рэй, и мы продолжаем Warframe. Насколько я помню, точнее, насколько я знаю, должен был прилететь Бракетир. И вроде как, насколько я видел, у него что-то есть полезненькое для нас. На Плутоне ты, да? Ну, пойдем. Там какой-то мод у него есть, интересующий меня. И вот, соответственно, как бы... Хотелось бы мне его взять. Ну, мы посмотрим. Кстати, у тебя сейчас отличная возможность поставить лайк, написать комментарий, хотя о чем ты пока еще не знаешь. И, соответственно, подписаться, нажать колокольчик и вообще все, все, все. Вот следующие загрузки ты будешь делать. Ну ладно, можешь сейчас это сделать, так и быть. Тут роликов столько. Да ну что-то происходит-то. Окей, забежим. Так. А что ты ходишь так медленно? И как-то мне кажется, или ты близко расположен? Ну-ка. Нет угла обзора, нормальный, странно. Удивительно. Ну, как есть. Бро. Ты где? А, все, я тебя вижу. Барокетир has arrived. Так, во-первых, надо глянуть, что у него вообще, в принципе, есть. Здравствуй. Так, горячий разряд, пистолет, прайм. Так, размах, прайм. Ближний бой, слушай, неплохая тема, в принципе, нужна. Быстрохват. Ну, это не очень интересно. Ударного урона тоже не очень интересно. Что еще есть? Хвост мне. Ну, всякие вот эти вот красяшки мне не очень интересны. 500. Серьезно, сколько прайм? Размах прайм стоит? 200, 300, 350. Ну, горячий заряд можно было бы взять. Мачете. Посмотрим. Угу. Ну, в принципе, я так думаю, что нам как минимум нужно просто хотя бы вот эти два мода, горячий и размах прайм. Это значит 750. 750. А чего у нас так много, чтобы так? Атлас прайм система. Сколько он стоит? Давай продадим два. 90. Дальше. Что у нас еще? Серьезно? У нас так мало всего? 45. Лимба, избавитель, Ивара. Ивара у нас уже есть. У меня так мало чего есть продать. Серьезно? Ну, это будет очень печально. Так, Мираж, система, нейрооптика, сама, Лимба. Так посмотри, 105, а? Да и дешевле получается толкнуть за этот. Ну да, теория получается, что проще тогда толкнуть будет как-нибудь просто все чертежи за платину. И, соответственно, там уже... Если что, купить нужный мод. Правда, не знаю, сколько они стоят, но без разницы. Ладно, хорошо, возвращаемся тогда на... Обратно к нам. Возвращаемся. И там, соответственно, все решим. Whatever that vessel wants you to do, I'm certain it's somehow connected to that smudged cliff. Да. Так, что у нас по плану? По плану у нас Церера все открыто, Юпитер, да? О, да. Так, перехват, шпионаж, диверсия, Арчвинг, бездна все открыта, Европа.
Что у нас на Церере? На Церере все открыто. Так, Юпитер, Марс, Рида, Фобос. Фобос, что, все открыто? Открыто, открыто, открыто. Но... Окей, почему бы и нет, оборона. Поехали, тут отряды хотя бы есть. Да, поехали, оборона, так оборона. Стоп, 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 тут что-то новенькое появилось, одну минутку. Это что такое? И что? Не-не-не-не-не-не-не, не хочу. Что еще есть? Ну, это у нас стандартное задание. Барокетир. Дарлотос. Так, тут только пистолет, тут ничего. И даже... Ну, давай идем, ладно, раскопки. Только пистолет. Ну, давай раскопки, пойдем, пойдем по раскопке. Почему бы и нет? Быстренько с этим делом расстанемся. Здрасте, здрасте. Виталий. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Молодец. Загружайте, пожалуйста, быстрее. Будет добро. Раскопка, значит, да. С удовольствием. Как давно не было раскопок, офигеть просто. Полная, все, ладно. Где следующая точка? Я не вижу, где следующая точка. Это-то видно. Да ну да, не хочу. Отлично, вы тут охраняете, я тогда пойду на следующую. Да. Ню. 60% энергии. Нам бы еще энергии. Да. Благодарность выражаю я вам огромную за то, что вы доставили еще энергию. Но... Где следующий? Отлично. Туда, значит. Берем энергию и езжаем туда. Стоп. 228 метров, ты смеешься. Еще чего. Да. Здрасте. И что, ни у кого нет заряда? Серьезно? Здрасте, здрасте. Будьте добры. Мощность. Все, полно, отлично. Следующий. Нам туда. Здрасте, прям на меня. Ну, вести, а чё бы и нет-то. Отлично, 200, да. Опс, только не падаем. Вот там стреляешь ты.
Ну понятно, а мы какое-нибудь дальнее оружие. Я согласен, согласен. Я знаю, близнец, знаю, нам нужно какое-то дальнее оружие, но пока у нас его нет, к сожалению. Поэтому с чем есть, как говорится, с тем и работаем. Да, там разберутся. А здесь мы сами разберемся. Так, 200 энергии, да, всего. Да, мы здесь разберемся. А, все, тут полное. Ну давай, короче, мы постоим так и быть, потому что здесь 38 секунд, не дай бог, его кто-то еще размутузит. Они там с последним как-нибудь сами справятся, мне кажется. 47 метров. Ну, грешно было бы не сходить, не забрать. Да. Вуконг, ты где? Давай, охраняй. А, то есть я не могу ничего сделать пока так. Понятно. Ладно, все, мощность, я понял. Где он там? А где следующий? А, вон я. 200 метров, вы что, смеетесь? И вы не можете его мощность добавить? Отлично. Вовремя, да? Да. Здрасте. И никто не оставил энергии. Серьезно, что ли? Да я ищу. Видишь, вовсю в поиске. Нашел. А так я перемещаться... Да нет, стой, ты что ты творишь? Я могу так перемещаться вместе с этим? Да? Нет? Выкину? А, нет, отлично. Все, полная мощность, замечательно. Давайте, ребят, заканчиваем и все. И все. Ну, давай. Давай, быстрее. 12 секунд у нас осталось. Так, что там, кто там у нас? Там не прячьтесь, пожалуйста, будьте добры. Воу, ты видел, сколько нам туда опилить-то? Серьезно, нет энергии больше. Вот это шуточки начались за 300. Как это нет больше энергии? Да пофиг. Да ну ёшкин ты кот. Офигеть, как далеко. Воу, стой, нет. Нет. Пролетел. О, еще один долетел. Хорошо, с этим мы расправились. Те такие кредиты, что там криотик, что там чертеж, который за тролликин. Не знаю, обязательно ли вообще было его там брать, но как есть. Так, нам нужен следующая миссия, пистолет, получается, дар Лотос. Хватит уже этих даров Лотос, просто постоянно они там что-то падают. У меня же задача в том, чтобы пройти вообще-то все, а не дарами Лотос-то заниматься-то. Так. Отлично. Да. Так, дар Лотос следующий, где? Так. Мод разлома пистолетов. Ну ладно, возьмем. Продумай, ничего ни разу не выполнил ничего из модов и размолов. Но... Даже, как сказать, это не пугает нас. Только пистолет. Давай возьмем Атомос. И, допустим, я...
Погоди-ка, а если я возьму атомос, то он будет с этим. Допустим. Так, да. Юпитер, а нам же сейчас проходить Юпитер, не? Ну ладно, неважно. Здорово, ребят, ой, какие вы модные, разрисованные, ты посмотри, а. Да, правильно, подражает мне, надо тоже раскачиваться. Вылетаем за экран. Кстати, у тебя есть время подписаться, между прочим. Так, на всякий случай, если ты забыл. Нифига, насколько он может раскачаться, я не понял. Я уже там скоро вылечу за территорию. Это 10 уровень. Неплохо. Сейчас, ребятки, мне надо забрать это. Это мне принадлежит по праву. Ладно, 50 уровень, атомус выносит. Ты видел это? Атомус нехило бьет. Где белый ключ? У кого белый ключ? О. Здрасте. Ну и где он? Все, вижу. Где-то здесь. А кто мне восстанавливает здоровье? И кто мне почему не восстанавливает здоровье? Здесь главный враг идет к нам. Это ты? Серьезно, мы ему снять ничего толком не можем. Не понял. На что он намекает? Что со всех сторон идут ребята? Здрасте. А чем ты снимаешь здоровье? Подожди. Где враг? Вон, вижу. Нет, уничтожьте его скорее. Ты серьезно? Так, куда нам дальше? Куда мы пройдем? Где все? К синему пошли. А, он цепочку бьет, смотри, когда цепочка прям сильнее. О, ну кажется, вот так не стоит. Где враг? Отлично. 8 надо, блин, защитить. Они что, смеются? Уже убили моего помощника? А вот это смешно.
Вы идете или нет? Или как? Так, что нам? Куда нам? Кого? Все, нашел. Серьезно, готов? Где все? Ну, понятно, что это стекает. Возродили, молодцы. Да-да-да, бегу. Где? Вы здесь охраняете? Здесь поставили? Молодцы. Я могу и подобрать, чем нет. Одновременно? Там вон враг, давай. Где-то здесь идет. А вон 34 метра. Ну и допустим. Пурум-пум-пум-пум. Допустим. Где синяя? 200 метров. Это кто еще такой? Сатир-демоналист? Типа это... какой-то... Кто он? Где синий? Воу. Нормалёха так прилетела. Где? Что происходит вообще? А что я не успел поставить-то? Странно. Так, мы будем таскаться с этой штукой? А, уже нашли. Все? Отлично. Да, ну ты ж смеешься, что ли?
Не успел посидеть просто. Тебе придется что? Не вижу нейронные датчики 5 штук. Что за мат разлома? Ладненько, что ж, тогда на этом мы завершим серию. Спасибо за просмотр. Китир, отстань. На этом мы, соответственно, серию завершим. Спасибо за просмотр. Ставь лайки, пиши комментарии. Пока-пока, до скорых встреч. Пока.